Мария Шарапова не примет участие в престижном турнире в американском городе Цинциннати. Она считается репетицией перед турниром большого шлема US Open. Как сообщается, причиной отказа Шараповой стала травма предплечья. Врачи посоветовали не нагружать его слишком сильно, чтобы не растревожить перед главным соревнованием. US Open стартует 28 августа, и Шарапова намерена в нем участвовать. Правда, из-за перерыва в выступлениях она опустилась на 171 место в рейтинге. И теперь должна начинать турнир с квалификационного раунда. Россиянка возобновила выступление весной после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.